Что в человеке самое главное? Потому что человек порочен по своей природе. Ну, это вам любой драматург объяснит. Человек порочен. Искренность, честность. Он, ну, даже это как бы в человеке живет отчасти от времени. Он искренне, когда ему это выгодно. Честен, когда это делает его со стороны хорошо. То есть часто бывает. И не, ну, то есть как бы человек это порочное живое существо из материального мира. Об этом знают все драматурги. У него есть его внутреннее, есть то, каким он хочет казаться, есть то, кто он есть на самом деле. Вот, как бы, поэтому Шрила Гуру Махарадж говорит, что в целом мы лицемеры. То есть Гуру Махарадж не отрицает нашего лицемерия. Он говорит, но мы не можем оставаться ими вечно. Понимаете, какой момент? То есть Гуру Махарадж говорит, да, мы где-то лицемеры. Где-то наши вопросы лицемерные. Но вечно мы лицемерами не можем оставаться. Перед лицом истины тем более. В целом, ну, я же говорил неоднократно, что Кришна меньше всего верит кришнаитам, чтобы вы понимали. Еми Бхакта Джана Партха. Кришна сам говорит, я кришнаитам не верю. Вот преданным моих чистых преданных, вот им я верю. А вот таким кришнаитам я не верю. Потому что стать кришнаитом легче всего. Принять какие-то внешние идеи, четкие, мантры. Объективно, там, Кришна мне то помогает, Кришна это помогает. Вот, а пойдемте на Экадыши друга благословим, поголодаем сейчас, получим, так сказать, массу позитивной энергии. Это материализм духовный. Поэтому это не является вайшнавизмом. Вайшнавизм – это жертва. А жертва – это всегда катарсис, это всегда против природы, понимаете, да, против биологии. Что может заставить нас двигаться против биологии? Что человека заставляет делать, действовать против себя, например, Прохлада Махараджа? А там, или Христа, ну, к примеру, да, ну, не говорим так. Мы просто говорим о каких-то вот, ну, таких явно личностях, которые без испуга, ну, они понимают, есть истина, а есть такой, был один ученик Бхактивинода Такура, когда была Пакистан, Индия, Бангладешская война, ну, все вот эти дела, Пакистан, когда Индию разделили на две части, Пакистан — это мусульманская территория будет, а Индия — это индуистская. А до этого уже все было Индия, да, ну, там было перемешано. И началась, естественно, резня, война, ну, и вот там в Карачи где-то был один из преданных, ученик Бхактивинода Такура, и, естественно, война, там убивают хинду, и к нему забегают там мусульманские солдаты, там, типа, выходи, мы тебя расстреляем. Он говорит, подождите 2 минуты. Поставил тилку, взял четки, пришел, сел на стул. Харе Кришна, давайте, говорит, Харе Кришна. И солдаты, они смогли его расстрелять, у них ружья опустились. Они сказали, мы видим, что ты вне социальных и политических вещей. Он не стал убегать, он сказал, хотите расстрелять меня? 2 минуты, дайте мне четки взять, тилку поставить. Харе Кришна. То есть, как бы, иногда Кришна так тебя будет проверять, ну, такой мастер-класс. Но это не простой вайшнав был, это был великий вайшнав. Кришна проверил его таким образом, когда он тебя ружье наставил, сказал, все. А ты говоришь, так. Не пощадите, не убивайте, я приму ислам, Аллаху Акбар. Нет. Харидас Такура, то же самое. Харидас Такура сказал, ты можешь сейчас почитать Коран, мой дорогой друг, сделать намаз и всем сказать, что теперь ты стал правоверным и получишь там подарок, пойдешь, потому что Аллах милосердный, а мы его представитель. Харидас Такура сказал, я не могу оставить воспевание имени Кришны, если даже с меня живого кожу сдерете. И шейх сказал, хан, вот вы слышали, милосердного хана так жестоко опустили, поэтому тебя будут убивать на всех базарных площадях. И Харидас такой, он принял это. Его распинали 22 раза. То есть, понимаешь, не один раз, а 22 раза. И при этом он не оставил
имени Кришны. Поэтому он Харидас Такур, Намачарья. Поэтому каждый раз, когда мы инициируем Хари Кришна Махамантру, мы говорим Джая Харидас Такур, Намачарья. Потому что это не от нас, это от него, это его подарок миру.